ведение процесса уголовного и гражданского своего рода единоборство. Да, ты выходишь на борьбу. И для сравнения по аналогии возьмем восточное единоборство. Есть карате, там 5 каких-то школ, есть айкидо, есть кунг-фу, и там еще какие-то разные школы, указывая сансея, своя школа. Шаолинь так-то делают, эти делают так-то. И сравнить можно только в том случае, если вышли на бой, и кто-то из вас там победил сами по себе, да, я разберусь, видно, что. Почему я это говорю? О том, что есть школы ведения уголовного процесса. У нас самый такой, который известен, это Волоский, конечно, да, он. Но это ладно. Но в принципе он прав. Почему? Потому что есть школы, даже как школа единоборств, так же как направление восточных единоборств. Также и здесь школы. Вот у него такая школа, у Пашаева. Он об этом, конечно, не говорит, но у него своя, назовем это манерой. У него своя школа, школа – это обучение, а это манера, манера ведения процесса. В гражданском процессе у меня своя школа, потому что я преподаю людям 2 курса, это процессуальные документы. Кстати, объявил конкурс, всего 2 участника, меня это удивляет.